8 сентября в студии Министерства спорта прошла пресс-конференция, посвященная старту омского гандбольного клуба «Скиф» в чемпионате России среди команд Суперлиги. На вопросы журналистов отвечали первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник, ректор СИБГУФКа, член исполкома Федерации гандбола России Олег Шалаев и капитан «Скифа» Владимир Нагорный. Это огромный толчок развития спорта в регионе. И это и большая ответственность. Потому что мы привыкли, что наши клубы, играя в своих лигах, они всегда находились в зоне лидерства. Потому что и гандбольный клуб «Скиф», они обладали и серебряными медалями, и бронзовыми медалями, так же, в принципе, как и наш «Нефтяник». Сейчас им предстоит уже представлять наш регион на самом высоком уровне, где собрались самые элитные игроки. Например, у нас дебютный матч просто с не то что элитой российского гандбола, с элитой мирового гандбола, с чеховскими медведями. «Скиф» намерен дать бой лидеру российского гандбола чеховским медведям. Омичи основательно готовились к чемпионату. Благодаря поддержке губернатора региона и спонсоров у клуба увеличился бюджет, команда укрепила состав и проделала большой объем тренировочной работы. Я думаю, что это достаточный бюджет для того, чтобы бороться за места, скажем так, начиная где-то, наверное, с 7-го, с 8-го. Мы точечно получили тех игроков, которых хотели получить. Насколько они смогут выполнить поставленные перед ними задачи, покажет сезон. Также журналистам представили новую игровую форму «Скифа». В желтых майках омичи будут проводить домашние матчи, в синих сыграют на выезде. Команда заряжена, по-боевому злая, потому что, ну, как-никак соскучились по гандболу, хотя не так давно играли на спартакиаде. Тем не менее, все готовы, все ждут с нетерпением начала нового сезона показать свои амбиции и доказать свою состоятельность. Матч «Скифа» против чеховских медведей состоится в омском велотреке 14 сентября. Начало игры в 19:00.